Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке не без удовольствия показываю вам сегодня свежие записи талантливого автора-исполнителя из Минска Виталия Кочеткова. Всегда приятные, старательные и знающие, чего они хотят добиться люди. Именно к таким, на мой взгляд, относится Виталий. Он совсем недавно познакомился с нашей студией, произошло это в этом, уходящем, 2012 году. У него всего лишь один альбом, который переиздан нашей студией. Это совершенно новая пластинка, она уже доступна для вас в музыкальных магазинах по всей России. Я бы очень хотел, чтобы как можно большее число людей познакомилось с этими записями. Альбом практически акустический. Записан он был в Минске, студия «Ночное такси» исполнила цифровой ремастеринг, новый дизайн для оформления, мы произвели тираж и занимаемся распространением этого самого первого компакт-диска Виталия Кочеткова. Очень хочу, чтобы вы подружились с этим человеком, очень надеюсь на это, и поэтому сегодня его запись, которая была сделана в августе 2012 года, на съемках четвертой серии нашего большого фильма «Ночное такси. Новое лучшее» для вас в нашем эфире. Так устал искать в толпе родной улыбки тепло. Шел к исполнению недосягаемой мечты. Сквозь суету спешил к тебе, и мне опять не везло. Понял я лишь сейчас, что рядом ты. Я целую плечи твои, и в тебе я растворяюсь без остатка. Как мальчишка любя, я парю с тобой в небеса, позабыв печали и страх, и уже не знаю, как я жил без тебя. Дневном искал тебя на перекрестках дорог, в сказках и снах, и в лабиринтах темноты. Плача тайком искал тебя среди друзей и врагов. Понял я лишь сейчас, что рядом ты. Я целую руки твои, я целую плечи твои, и в тебе я растворяюсь без остатка. Как мальчишка любя, я парю с тобой в небесах, позабыв печали и страх, и уже не знаю, как я жил без тебя. Я целую руки твои, я целую плечи твои, и в тебе я растворяюсь без остатка. Как мальчишка любя, я парю с тобой в небесах, позабыв печали и страх, и уже не знаю, как я жил без тебя. И уже не знаю, как я жил без тебя.
Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Это была программа «Ночное такси» в эфире телеканала «Ночное такси» на YouTube и на Питер ТВ. Я также, дорогие друзья, призываю вас слушать нас в интернет-эфире, поскольку «Ночное такси» выходит каждый четверг в онлайн-версии на нашей радиостанции «Шансон-24». Это портал «Шансон-24.нет». По четвергам с 22 до 24 часов программа записывается и ретранслируется в Германии нашими партнерами компании «Русмедиа» на принадлежащей этой компании радиостанции «Русский Берлин» 97,2 МГц FM. Соответственно, в четверг каждой недели с 21 до 23 часов и каждый понедельник с 22 до 24 часов. Там, естественно, в Берлине время вещания европейское. Очень надеюсь, что вы интересуетесь музыкой шансона по-русски. Мы делаем все возможное для того, чтобы вы узнали об этой музыке как можно больше. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей недели. На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий.